является для него приоритетом, нужно ответить его на три вопроса. Что им именно интересно кастомеру в нашем приложении, что мотивирует кастомера возвращаться, совершать какие-то покупки, и что заставляет их повторно совершать оплаты. Изначально, когда мы планировали UDS там, мы думали, что UDS будет пользоваться предприниматели и работать с этой клиентской базой. Но в данный момент у нас сейчас больше 15 миллионов скачиваний, и скачивание происходит уже не в заведениях самих, когда кастомеру предлагают получить какую-то скидку, а они ищут их в App Store, рекомендуют друзьям. И вот здесь встает вопрос, что мы можем предложить кастомеру с нашей стороны как разработчики. И давайте пройдемся по порядку. Первое, что интересно кастомерам? Да, мы только начали, как раз 10 часов, и вот сейчас основная часть была небольшое вступление, и теперь будем идти уже по презентации более полно. Что интересно кастомерам? Когда мы задавались этим вопросом, мы совершили выгрузку, то есть по компаниям и куда вступают кастомеры больше всего. То есть куда они заходят, где совершают больше оплат, что они рекомендуют. И как мы видим по графику, самое большее – это магазины, еда и сфера бьюти. И у нас встал вопрос, как сделать так, чтобы кастомер легко сориентировался в приложении, скачав его в первый раз. Мы посмотрели все приложение и разбили эти группы на несколько категорий. То есть мы предоставили кастомерам выбор сразу же и сделали рубрикатор. Рубрикатор позволяет кастомеру, когда он скачивает, сразу же увидеть интересные подборки. То есть это заведение с доставкой, для девушек обнови гардероб, быть красивой легко. Эти подборки содержали уже компании, которые с нами давно, которые хорошо обслуживают клиента, брендированы, за которых мы были уверены, что если новый кастомер, скачав приложение, заинтересуется и придя в это заведение, его хорошо обслужат. Список самих заведений был более информативный, чем обычный список в рубрикаторе. То есть мы добавили описание компании, указали именно конечную выгоду, не кэшбэк, который может получить кастомер, потому что кэшбэк – это не приоритетная как бы мотивация для кастомера. Ведь баллы он может получить не только со своей покупки, а еще и с покупок друзей. И самый главный вопрос для кастомера – сколько я могу оплатить баллами в этом заведении? Мы как раз их вынесли в отдельный блок информации в этой карточке компании, указали рейтинг. Рейтинг сейчас не выводится, мы его взяли с разрешения компании и указали его, потому что очень часто мы заметили, что кастомеры в обратной связи спрашивали там, а вот как наш отзыв повлиял, как вообще компания отреагировала. И чем выше этот был рейтинг и количество оценок, тем больше получалось, что кастомеры интересовало это заведение. И сразу же мы добавили конечное действие. То есть сразу кастомер видит, что мы хотим ему рассказать. Мы рассказываем о компании, и что сразу же у него есть возможность получить эту карту. Вот. Собрав немного статистики, мы посмотрели, что рубрикатор в конечном итоге привлек гораздо больше новых кастомеров заведения, чем обычно в приложении это происходит. То есть конверсия на вступление возросла на 240%. Причем эффективных вступление – это когда человек вступил и в течение месяца совершил оплату, была примерно 100-110%. То есть кастомерам очень зашла эта тема, когда они видят больше информации о заведении, когда понимают, что заведение предоставляет и как они могут туда вступить и как потратить баллы. Вот. Следующий вопрос. Что мотивирует кастомера именно совершить покупку? По поводу, давайте вернемся еще к рубрикатору. Наверное, у многих возник вопрос, а как вообще компании попадали в этот рубрикатор? Изначально мы их выделяли сами компании, как я уже сказал до этого. Это те компании, которые с нами давно сотрудничают, у которых было брендировано заведение, которые, сотрудники которых были уже обучены, и мы знали, что кастомер получит максимального профита от этого. Ну, у него не станет вопроса, а как там использовать UDS, потому что ему все бы объяснили. В дальнейшем я вам расскажу, как в нынешней ситуации будут компании попадать в этот рубрикатор. Да. Как будут попадать компании в этот рубрикатор, потому что он сейчас будет более автоматизирован, то есть уже не нужно будет ручками добавлять, в дальнейшем я скажу, как сюда будут попадать эти компании.
Да, что мотивирует кастомера совершить покупку? Вроде бы все было отлично, кастомеры начали вступать, но как их мотивируют? Что вообще заставляет кастомера совершить какую-то первую оплату? Понятное дело, если кастомеру понравилось заведение, он получил в него карту, но не факт еще, что кастомер туда может зайти и совершить какую-то оплату. И мы подумали, что главное в нашем приложении именно для кастомера, что его стимулирует совершить оплату. И решили провести ряд экспериментов. Мы взяли те компании, которые были у нас уже в рубрикаторе, и посмотрели, в каких компаниях больше всего кастомеры совершили оплату. И выделили эти компании в новом уже блоке на дашборде вот в таком формате. То есть мы договорились с этими компаниями, что они предоставят немножко больше по баллов для клиентов. То есть какой-то сделать своего рода оффер для тех, кто скачал приложение. Ведь согласитесь, когда вы скачиваете приложение, вы такие думаете, а для чего оно? И когда вам говорят, что, ой, посмотри, мы для тебя подготовили ряд новых предложений для нового кастомера, ты можешь получить здесь повышенное количество баллов и прямо сейчас идти их потратить. Вот. Идея оказалась просто феерически удачная, потому что новые пользователи стали прямо на них кликать, стали вступать в компании. И самое главное, что у нас получилось, это по одному из офферов в казанской компании. Мы разместили его на месяц с 1 по 28 февраля. Это был ресторан 4 кухни. Мы сделали 300 баллов вступительных. Точнее, маркетолог компании предложила нам поставить повышенные баллы. Изначально их было 100, 300 баллов. Потому что она говорит, ну, 300 баллов, скорее всего, заинтересует клиентов на какой-то экшен. И по нему за месяц вступили 876 человек. Это хорошая, достаточно большая цифра, потому что за месяц иногда там компания не набирает такую базу со своими клиентами, а здесь новых клиентов ими вступило. Но самое большее, что нас удивило, это количество тех, кто совершили покупки. 381 человек из вступивших совершили покупки. И самое главное, насколько совершили они эти покупки. И тут происходит просто магия. Для нас это было немножко даже шоком, когда мы увидели эту цифру, потому что цифра составила 818 553 рубля. Это почти что, ну, грубо говоря, как миллион заработать за месяц. Это принесла просто реклама одного оффера с выгодным предложением для кастомера. Мы, когда это увидели, мы поняли, что вот в этом ключ, сейчас мы все это прям настроим, там, договоримся с заведениями, со всеми, и у всех будет такой профит. Но что на самом деле вообще происходит? Сейчас я покажу общий слайд, вот, чтобы вы все понимали, сколько по этому офферу вступило, совершило покупки и какую выручку они заработали. Так, всем же видно, все хорошо, картинка же есть. Не слишком быстро я слайды переключаю, потому что я первый раз все-таки как бы провожу вебинар. Нет, в этом оффере мы никаких пуш-уведомлений не отправляли, мы просто разместили это предложение на дашборде. То есть, когда кастомер скачивает, он сразу видит это предложение, и это приорити предложение, которое ему бросается в глаза. Да, отлично, тогда я продолжу. Мы подумали, что мы сейчас всем компаниям сделаем такую выручку, но мы не учли один единственный момент, что, размещая другие компании, они сказали, у нас таких результатов не было. С чем это связано? Мы начали думать, почему у одной компании есть такие результаты, но другие компании, которые предоставляют эффект, такого результата не имели. Хотя результаты были, но они были чуть меньше. Я все расскажу, как попасть на дашборд, как попасть в рубрикатор, это будет чуть позже. Это как бы информация, которая заключительная и будет вам очень интересна как раз. Мы стали анализировать поведение пользователей и поведение этих вообще действий кастомера. Почему? Почему вот в одни компании он ходит и тратит деньги, а в другие компании вроде бы как они вступают, но эффекта такого нету. И нам пришла идея проверить количество приветственных баллов, которые мы размещали. Может быть, эта сумма как раз и мотивировала пользователя прийти. И вот здесь как раз интересный вопрос – это цена привлечения. На что я хочу обратить внимание – это вот самый, один из самых важных показателей для компании. Это один из самых важных показателей для компании, и мне кажется, что любая сфера бизнеса должна это тестировать. Не обязательно там с UDS, обязательно
Ну, она обязательно должна знать цену привлечения первого клиента. Сейчас я расскажу, как мы ее тестировали. Мы взяли другую компанию аналогичного ресторана и разместили первый баннер на 2 недели. То есть в баннере было указано количество приветственных баллов 150. Как мы помним до этого, в том баннере, который эффективно сработал, количество баллов было 300. И по нему вступили за 2 недели 95 человек и совершило покупку 16 на общую сумму 46 тысяч рублей. То есть эффективность баннера по количеству вступивших и совершивших покупку оказалась 16%. Отлично. Результат как бы есть, но он не такой грандиозный, как был до этого. Через 2 недели мы размещаем новый оффер и уже на сумму 250 баллов. И вот тут сразу видно, насколько уже идут различия. То есть вступило 250 человек, совершило покупку 70, выручка составила 211 тысяч. Уже гораздо больше пользователей заинтересовало это предложение, потому что когда человек получает баллы, он уже смотрит, ага, если я получил 150 баллов при среднем чеке, 1500, грубо говоря, рублей, стоит ли мне туда пойти? Ну, вроде выгода какая-то есть. Если я получаю 250 баллов, я уже думаю, да, я могу гораздо больше этого чека оплатить, и уже мотивация как бы гораздо больше. Третье значение было 300 баллов. И вот здесь примерно такой же результат, как в первом случае был. Из-за того, что ресторан, ну, немножко чуть поменьше он был, вот, мы разместили те же самые 300 баллов, и конверсия 42% оказалась. То есть вступили 260 человек, совершили покупку 111. И здесь мы поняли, что у каждой сферы бизнеса есть какой-то оффер, который как раз и позволяет тот триггер у кастомера, чтобы он сработал, чтобы он пошел и совершил там оплату. Вот. Самое интересное, что в дальнейшем мы тестировали и 400, и 500 баллов, но конверсия уже эффективности оставалась на том же уровне, как и при 300 баллах. То есть мы выделили процент специально. Да, нет, это одно заведение. Вот 3 баннера в одном заведении мы размещали по 2 недели. То есть оказалось, что именно 300 баллов мотивирует пользователя как раз приходить. Дальнейшее увеличение уже смысла нет, потому что конверсия остается той же самой. Вы можете для себя... Нет, реклама шла именно на действующих клиентов. Этот по источнику трафика можно было получить, если ты не являешься участником этого заведения. Если ты был участником этого заведения, то тебе просто не показывался этот баннер. Еще я забыл напомнить один момент, что очень часто такое бывает, что клиент приходит в заведение, ему говорят о том, что у нас есть UDS, говорят, как это скачать, он скачивает приложение, ищет или видит, допустим, эту компанию и вступает по ней. Мы что сделали? Когда мы размещали вот эти баннеры, мы указали радиус от заведения 5 километров, чтобы он там не показывался. То есть если пользователь пришел в это заведение в радиусе 5 километров его и откроет наше приложение с дашбордом, он эту рекламу не увидит. То есть это именно кастомеры, которые находятся вне зоны этого бизнеса. То есть это тот, кто скачивает там по... каком-то по рекламе может. Может, в какую-то другую компанию он зашел, там вступил, какие-то оплаты совершил и видит этот дашборд. То есть мы отсекли все моменты, которые могли причинить какую-то там неправильную статистику. Потому что если бы мы, допустим, оставили этот баннер на дашборде в том же заведении, то был бы тот случай, когда просто официант бы сказал, скачайте приложение, тот скачал, увидел сразу 4 кухни, и поэтому баннер уступил, получил бы повышенные баллы. Нам этого не нужно было. У нас должна была быть чистая статистика. Вот, с этим вроде как бы все понятно. И тут еще тот самый момент, когда вы выделяете эту ценовую политику, то есть видите, сколько стоит привлечение, вы можете уже ее как-то варьировать. То есть понятное дело, что может быть кому-то экономически невыгодно будет 300 баллов подавать, потому что у них там по марже не очень будет проходить. Но вы тогда можете посмотреть там и рассчитывать на 250 баллов. Просто у вас уже будет понимание, сколько нужно примерно вложить, как говорится, в привлечение клиента, чтобы он пришел и именно совершил конверсионную покупку. Это очень хорошо работает в тех случаях, когда, вот я в дальнейшем еще объясню, у вас есть дни с просадками. Грубо говоря, это ресторан, и суббота, вторник, там, среда, у него небольшая посадка. Но все-таки зарплату сотрудников платить надо, и вы можете сделать какой-то такой оффер, чтобы забить этот ресторан, ну, клиентами. Потому что вот эти вот баллы можно еще конвертировать немножко в другой сфере. Я там дальше расскажу, как сделать так, чтобы, не размещаясь на дашборде, проверить цену привлечения максимально.
Вот, своими силами, имея свою базу там и с помощью других инструментов, которые у нас есть в UDS. Так, и вот самое интересное – это повторные покупки. Потому что мы научились привлекать клиента. Мы научились предлагать ему оффер, чтобы он пришел и совершил какую-то покупку. Но что же делать дальше? Мы же не можем постоянно там начислять какие-то баллы, ждать новых клиентов, а с нынешней базой, которая к нам пришла, и не работать. Мы начали проводить тоже анализ, выписали всех клиентов, кто пришел по источнику трафика, и начали мониторить дальнейшие их действия. То есть отлично, клиент пришел, все хорошо, потратил какую-то сумму, и где-то в 60% случаев за месяц у него больше не было никаких повторных покупок. То есть почему это происходит? Потому что все клиенты делятся как бы на три уровня. Первый уровень – это клиентам, которые все понравилось, и они приходят в заведение, несмотря на какой-то там средний чек, несмотря на скидки, им просто нравится, они кайфуют от этого заведения. Наверное, у каждого есть такое заведение, где вы приходите именно не для скидок, а чтобы посидеть как бы для души, с друзьями. Вот. Первая группа людей – это такая. Вторая группа людей – это более такие, как сказать, меркантильные, что ли. Им нужно постоянно поддерживать скидки. Ну, то есть постоянно иметь какие-то выгодные предложения, и вы можете даже видеть, наверное, это в своих жизнях, в разных вообще сферах бизнеса. Если мы возьмем даже торговый центр, есть дорогие магазины типа Adidas, которые, ну, очень редко делают распродажи, вы приходите, там огромная стоимость там обуви и одежды, но клиенты свои есть. Возьмем какой-нибудь еще H&M. Когда клиент туда приходит, он не задумывается о скидках, потому что H&M или какая-нибудь Бершка, она постоянно предлагает скидки. То есть он знает, что он туда придет и скидки получит. И такая группа, она очень обширная. И вот в этом случае как раз мы разберем вот эту вот группу, которая получила какой-то оффер, потратила его и больше не приходила. Вот. Это я наглядно показал, как работает как раз привлечение этой группы. То есть не нужно это распределять на всех клиентов, но большая часть аудитории работает именно так, в нынешних ситуациях, в нынешних реалиях, потому что им важна скидка, они пришли за скидкой, они хотят, чтобы какую-то выгоду получать. И вот мы замерили, выделили эту базу, кто не приходил вместе, посмотрели, почему. Я им написал прям, сделал опрос и отправил опрос этой группе по номеру телефона. И они сказали, ну, как бы это круто, что мы туда пришли, что баллы потратили, нам все понравилось, но теперь у нас мало баллов, их осталось там 50, и это же не является мотиватором прийти к нам. Вот. Что мы сделали после этого? Мы решили проверить, а что будет, если им начислить еще баллов и посмотреть, как они себя это поведут, ведь интересно же и даже для этой группы сделать какие-то офферы, чтобы они постоянно приходили. Мы создали сертификат. Но в отличие от источника трафика и начисления баллов, сертификат работал всего 2 дня. То есть мы вычленили эту группу, кто до этого пришел по нашему офферу, кто не ходил ровно месяц и у кого на счете осталось от 0 до 50 баллов. То есть те, кто совершил покупку, потратили, и у них там кэшбэка мало пришло. И мы им начислили снова сертификат по 300 рублей. В итоге за 2 дня просмотров, это была группа 1033 человека, им воспользовались 122 человека, и общая выручка составила 106 тысяч. Вот как раз этот пример и служит лучшим мотиватором, когда у вас есть какие-то дни с просадками. То есть вы видите, что у вас неполная загруженность, вы хотите как-то загрузить больше, и вы готовы предоставить эти баллы вот именно той группе, которая как раз и охотится за этими баллами. Потому что они прям ждут, когда это все придет. Самый интересный был момент, когда была раздача этого сертификата, и этот сертификат пришел нашим коллегам в офисе. Они сказали, о, здорово, я же до этого ходил, давай-ка я еще раз приду и потрачу эти 300 баллов. Пришли в это заведение, а им говорят, ой, ребята, а у нас мест нет. Это был вторник, они говорят, ну, все пришли воспользоваться сертификатом, просто у нас посадочных мест нет, вы можете чуть попозже прийти. Но это было реально здорово, потому что предприниматель как бы полную посадку обеспечил просто одним сертификатом. Поэтому не пренебрегайте сертификатами и используйте их максимально. Также эти сертификаты можно использовать как раз для вычленения
цены привлечения клиентов. Просто возьмите свою базу, которая у вас есть уже в бизнесе, посмотрите у этой базы, грубо говоря, сколько баллов осталось, и разделите ее на три группы, эту базу. Допустим, вы взяли 1000 человек, вот, посмотрели, что у 1000 человек от 0 там, до 50 баллов, разделите их на три, ну, то есть по 333 человека, и одной группе начислите 100 баллов, другой 200, другой 300, и посмотрите, сколько в итоге из какой группы придет. Потому что это то же самое проверка, то же самое мотивация пользователя приходить, то есть учтение среднего, точнее, цены привлечения этого пользователя. Вот. Это интересные моменты, потому что в разных, вообще в разных бизнесах эти цифры очень разные. Порой там в некоторых достаточно 50 всего баллов начислить. У нас был такой случай, это с доброй столовой. Вот, было интересно, когда мы студентам просто взяли, вычленили группы людей от 0 до 20 лет и начислили им по 50 приветственных баллов. Хотя изначально у них там баллов не было, но мы понимали, что интересно, интересно будет проверить это. И студенты отлично пошли, потому что у них средний там чек 200 рублей, и 50 даже рублей для них было решающим значением. Но для нас стал один вопрос. Как сделать так, чтобы удобно эту группу было вычленять? Потому что изначально, когда мы видели клиентов, мы не могли понять, как начислить этот сертификат тем, у кого осталось там от 0 до 50 баллов. Мы ему ручками каждому начислили, но сейчас, вот несколько недель назад появилось новое обновление. Если вы не видели, как это сделать можно, просто создаете сертификат, заходите в клиентов. Ну, тут я на примере своего тестового аккаунта сделал. Вот. И здесь в фильтрах появилось количество баллов. Вот в следующем я сейчас покажу более подробно. Вот. Вы можете сделать последнюю покупку, допустим, в этом месяце. Количество покупок я выбираю всегда, ну, для начала один, то есть это кастомер, который один раз пришел и больше не приходил. И последнюю покупку ставлю, чтобы это было в начале там месяца. Дальше пишу количество баллов от 0 до 50, сколько осталось, и у меня выводится вся группировка этих пользователей. То есть сгруппировал пользователей, у кого осталось мало баллов, кто больше ко мне месяц не приходил, выделил из всех, то есть вот нажал там на клиента и начислил этой группе сертификат. То есть как этот сертификат использовать? Потому что многие говорят, ой, неудобно, это же каждому пользователю нужно ходить. Нет, сейчас фильтр позволяет все это сделать. Вы можете даже посмотреть вот как раз по вашей базе, как пользователи ведут себя. От количества баллов, от приглашений, как дальше рекомендации работают. Самое интересное, что когда мы создавали эти офферы, у нас в этот момент еще пошло количество рекомендаций в большую сторону. То есть пользователи, получая вот эти эмоции, выгоды хорошие, они делились этим, начинают делиться с друзьями со своими через рекомендательную систему. Потому что если оффер, он недостаточно привлекательный, но пользователь все пришел в это заведение, он просто купил. Вот вы приходите в заведение, покупаете одежду, вы же никому не рассказываете, не звоните друзьям, не говорите, ой, я тут вот купил одежду, просто зашел, и как бы все. А если ты это купил с выгодой, у тебя какие-то эмоции остались, ты, соответственно, не всегда делишься. Вот, и количество рекомендаций в этой компании тоже очень сильно возросло, там примерно на 42% возросло. И эти пользователи, которых они приглашали, они начинали приходить в это заведение. А сейчас самый интересный как бы момент, который вот в нынешней ситуации, только сегодня мы проанализировали и получили ответ, здесь слайда нету, те пользователи, которые до этого копили баллы и их не тратили, начинают эти баллы тратить. Потому что я не знаю, как они узнают от знакомых или где-то еще, может, какую-то новость им отправляли. Но они начинают списывать свои баллы, приходить совершать покупки, чтобы получить такой же примерный оффер или сертификат. Даже те клиенты, которые полгода не приходили, мы смотрим, что они активизировались, чтобы совершить покупку и списать свои накопленные баллы, чтобы им еще какой-то выгодный оффер прислали. То есть тут прям как маховик он запускается такой интересный. И компания может получить очень-очень большой от этого профит. Но самое главное, это нужно аккуратно эти баллы начислять, потому что если вы... Угу. Да, вот по поводу вот этого, как раз по поводу ювелирки или других категорий, я немножко тоже попозже об этом скажу. Может, сегодня вкратце затроллим, но я сделаю для этого отдельный вебинар и покажу, как мы это будем решать, вот эту вот проблему, когда, да,
хорика там хорошо заходит, салоны хорошо заходят, но есть некоторые сферы бизнеса, которые даже вот те же самые ювелирные магазины, которые пользователи не всегда видят, потому что они где-то там внизу находятся. Об этом я тоже расскажу. Вот. К чему все это привело? С автомагазинами тоже, вот чуть попозже все это сделаем. То есть к чему привели наши испытания? Мы заполнили классный рубрикатор в Казани. Прям там были заведения по отборочке, прям красиво. Сейчас мы их начинаем убирать, потому что у нас новая система автоматизации будет появляться. Она будет в дальнейшем все это автоматически уже собирать в каждом городе. Вот. Но к чему это все привело? Клиенты идут, повторные операции есть. Что же с активностью вообще кастомеров по Казани? А активность возросла, вот как видите, за год почти что в 4 раза. То есть в данный момент Казань является самым активным городом по кастомерам. У нас 250 тысяч человек с плюсом 250 тысяч человек активных кастомеров в месяц. То есть, если посмотреть, это четверть населения Казани. И вот как раз в этот момент вот некоторые сферы, которые у нас были отстающими, они стали показывать результаты. Почему? Потому что активность кастомеров возрастает. Они ходят в рестораны, начинают постоянно отслеживать какие-то новые предложения на дашборде, постоянно как-то сидеть в приложении, и они уже машинально начинают все прокручивать, смотреть какие-то другие сферы бизнеса. Но мы еще к этому вернемся, как... Еще лучше для тех нерепотребляемых сфер бизнеса выделить их в приложение. Так, сейчас я дальше посмотрю свои слайды. Угу. Давайте я все вопросы чуть попозже вот прочту и сразу все отвечу. Что у нас в планах? В планах у нас создать акционные приложения внутри компании. Что это такое? Позволяет создавать автоматические подборки для категорий. В данный момент мы можем разместить какой-то офер как компания, как бизнес, и отправить его пуш-уведомлением. Но часто такое бывает, что офер создается там не на неделю, не на месяц, он работает постоянно. Грубо говоря, там вот как два дня, там ланчи за 299 рублей, или же просто какая-то акция, приди на 3000, получи еще что-то в подарок. На фоне того, что новости обновляются очень часто в компаниях, они уходят на второй план, но где-то теряются в этом списке. Будет возможность создавать новость, если она действительно акционная, там какой-то двойной кэшбэк, либо же, допустим, проведение мероприятий в этом заведении со скидкой 5000 на какой-нибудь там на день рождения. И можно будет галочкой закрепить это в карточке компании. То есть это полнодействующие акции, которые в данный момент проходят в этом заведении. То есть они могут постоянно быть, может быть, какая-то временная акция. Но самое главное, что мы такие акции будем агрегировать. То есть мы собираем все акции из этой категории, грубо говоря, это салон красоты. Собираем все акции салона красоты и в раздел, в рубрикаторе салона красоты мы их добавляем в виде истории, грубо говоря. Когда вы заходите не просто посмотреть заведение, а еще есть акционные предложения от партнеров в этой категории. Вот. Потому что самое главное для пользователей, для их как бы активности, это сменяемость контента и постоянное какое-то изменение в приложении, посмотреть какие-то интересные предложения, где-то что-то поучаствовать, потому что мы видим сейчас уже много компаний проводят и розыгрыши какие-то, и конкурсы там за репосты. Но эти компании проводят внутри себя. Мы хотим об этом всем пользователям рассказать, чтобы все пользователи понимали, в каких местах можно в каких-то акциях участвовать, где-то какую-то выгоду получить, какая вообще интересная механика есть. Потому что один тоже момент был интересный. Сейчас немножко отвлекусь от этого. Мы взяли рестораны, разместили, все было вроде отлично, в рестораны приходили люди, все было хорошо, потому что это как бы хорик, она пользуется популярностью. Но мне, у меня есть ребенок, есть жена, ребенок маленький, и у нас стал вопрос, а куда можно пойти покушать вместе с ребенком? То есть, понятное дело, что ребенку 3 года, он такой шаловливый, ему надо детскую комнату. И я начал в интернете прям смотреть, где у нас есть рестораны с детскими комнатами. И вот это была проблема, потому что нигде об этом не было сказано. Было несколько там заведений, где было написано, что есть детская комната. Но я подумал, а почему бы об этом не рассказать еще и как о дополнительном сервисе внутри UDS. То есть мы выделили компанию, те же самые рестораны, где были детские комнаты, разместили баннер, прям, куда пойти с шумным ребенком посидеть.
И самое удивительное, что это был один из самых топовых баннеров по запросу. И люди уже шли не за оффером, который предоставлял скидку, а именно шли в это заведение, чтобы просто отправить ребенка в детскую комнату и самим как бы насладиться там ланчем или бизнесом. Вот. То, что не всегда еще привлекательно просто предложение о баллах. Иногда нужно рассказывать больше о компании, больше о услугах, чтобы пользователи как бы сделали свой выбор. Угу. Так, давайте пойдем дальше. Вот, именно акцент на информации. Это новое как бы сейчас направление будет. Точнее, не новое направление, новое улучшение в приложении, когда мы делаем больше акцента на информации компании, чтобы привлечь конечного пользователя сделать какой-то выбор. В данный момент у нас многие компании размещают какие-то такие вот фотографии. Это неплохо, это все хорошо. Но мы со своей стороны будем предлагать поддержку некоторым компаниям, у которых мы видим, что идет оборот, которым там может быть сложно, может быть несложно, просто у которых не совсем бывает красиво оформленные карточки, но мы видим, что компания старается работать. Мы сейчас со своей стороны начали уже делать шаблоны для заполнения полноценных красивых фотографий для карточек компании с размещением микропрайсов, с размещением каких-то предложений. И вот даже просто изменение вот этих картинок в профиле компании тоже дает результат. Он, конечно, не совсем такой грандиозный, потому что не все пользователи постоянно туда нажимают, но конверсия в среднем повышается на 8%. Там. Вот, допустим, в том же самом... Вот туры у нас, кто продает, есть турагентство в Казани, у них начали пользователи интересоваться этим, начали писать, и в скором времени как раз это все будет в автоматическом режиме, там Айрат попозже расскажет о новых системах, где вы сможете эти там картинки, все получить сопровождение компании, это будет все входить в $30, которые абонентская плата. Мы, с своей стороны, вам все предоставим возможность как бы оформить компанию с нашими ресурсами, тратя наши силы. То есть вам не нужно будет дизайнера подключать, это все будет происходить на нашей стороне. Вот, что касается как раз закрепления разных предложений, то есть информация. Вот как мы видим, сейчас еще в планах сделать, рассказать больше именно о компании. Вот как я сделал как пример, показал это, что может быть внутри карточки. Ну, примерно как сторис в Инстаграме, когда мы видим, что да, есть там о нас, можно посмотреть, есть какая-то интересная информация про террасу, что соблюдается, что ланчи, когда я нажимаю там бизнес-ланч, и он мне информацию в более подробном виде выдает. Пользователи почему-то прям любят это глазами, когда какие-то такие больше элементов, на которые можно нажать и получить какую-то информацию в этом плане. Это прям вообще очень здорово заходит. И как бы активность кастомеров очень сильно возрастает. У нас был также такой результат, что активность кастомеров в 16 раз возросла. То есть обычно там заходили, проводили 2-3 минуты, чтобы показать чек, а тут там некоторые пользователи по полчаса прям изучали приложение, вступали в компанию, самое главное, что они туда потом приходили в эти компании и как бы свои деньги оставляли. Да, в самом начале карточки, вот, которые я показывал, вот эти карточки, они вставляются в галерею. Это уже будет отдельный инструмент. Может быть, там какая-то синхронизация с Инстаграмом будет, откуда можно будет парсить. Но у вас будет возможность еще как бы добавлять свои галереи отдельно. Потому что если мы возьмем, допустим, тот же самый, вот на примере хорошо было сказано, салонов красоты. Мы размещали салоны красоты в такую же подборку. И кастомеры активно в них вступали. Но продаж вот этих новых кастомеров, то есть они в салоны красоты в итоге не приходили. То есть очень маленький процент был конверсия. Мы начали разбираться, в чем же дело-то. Ну, салон вроде красоты хороший, все описано. Но кастомерам нужно было чуть больше информации предоставить, потому что когда, оказывается, девушка выбирает салон красоты, ей не важно, как он выглядит, важно знать, какой там мастер. Какой мастер будет делать там губы, какой ботокс, какой у него опыт работы. И мы для этих салонов красоты сразу предложили, сделайте большую кнопку с Инстаграмом, напишите наши мастера. Как только мы эту кнопку поставили в эти салоны красоты с нашими мастерами, конверсия резко увеличилась. То есть пользователь уже получал какую-то... Так, да. Видео пока нет, потому что это сложный технический процесс, как бы котик, но мы над этим работаем. Вот, то есть мы перенаправили кастомера на получение информации по
специалистам, где они посмотрели, какие работы, какие отзывы об этом специалистам в Инстаграме оставляли, и уже принимали решение, что туда нужно пойти. Но как бы зачем делать прослойку сервиса, который перенаправляет в другое место, когда мы можем сделать внутри UDS, и поэтому вот с таким размещением информации мы прям можем указывать там наши мастера и спокойно рассказывать уже в виде карточек, может быть, в дальнейшем даже видео какое-нибудь, какой у нас мастер работает, как он, сколько много услуг сделал, какие работы он совершил, чтобы дать уверенность пользователю именно вот там в салонах КСТ, либо же, допустим, в автосервисах каких-то, как они там бронирование автомобилей делают, как классно моют, какое у них оборудование, потому что сейчас этой информации, ну, действительно, немножко не хватает. Мы можем ее разместить, но у самого предпринимателя встает немножко вопрос, а как разместить? Вот вроде у меня как бы не было, у меня и маркетолога нет, я же сам за это ответственный, и у него не всегда хватает времени как бы сил этим заниматься, а мы будем в дальнейшем ему помогать это делать. Вот, давайте вернемся к тому теперь, как вообще попадать на эти рубрикаторы, как сделать какие-то акционные предложения, которые я до этого показывал. Это все в данный момент уже тестируется в автоматическом режиме. То есть как автоматический режим работает. Внедренец, который как раз и с нашей стороны, который внедренец, звонит там в компанию, говорит, здравствуйте, там, как у вас оплата, когда нужно проплатиться, он ставит просто тег этой компании. Потому что если мы возьмем красота и здоровье, туда попадают и стоматология, и салоны красоты. Нам нужно как-то их сегментировать. Вот. Внедренец ставит просто, что ага, пришел в группу «Красота и здоровье», это салон красоты. Ставит определенный тег, и автоматически эта компания будет появляться в рубрикаторе вот в таком виде, как я до этого показывал. Сейчас, подождите, я вернусь. Да, в отдельный рубрикатор вот в таком виде. То есть мы берем все настройки компании, рейтинг, краткое описание и сразу же ссылку на получение карты делаем. Это позволит как раз избежать того момента, когда некоторые компании, ну, не заполняют свой профиль или где-то внизу находятся, поможет больше кастомерам как бы получить информацию. Теперь что же касается нерепотребляемого бизнеса? Ну, не репетен бизнеса, а где совершается мало операций, там, мало покупаний, хорик, там, магазины, это всегда прям очень-очень-очень-очень круто и будут иметь трафик. Но мы будем таргетированно выводить рекламу. То есть вот, допустим, если мы возьмем автосервисы, там, автомойки и все прочее, они будут тоже собираться в эти подборки, и эти подборки будут показываться мужскому населению в приорите, то есть первый баннер это будет у мужского населения в возрасте от 0 до 60, ну не от 0, точнее, от 18 до 65 лет. То есть это будет еще и таргетированно как бы подборки составляться, потому что мужчине зачем видеть, быть красиво и легко, ну как бы я же не девушка, вот, и поэтому все эти подборки, они будут таргетированно направлены. Если же бизнес, как, допустим, ювелирный магазин, хочет выделиться, у него всегда есть возможность оплатить, там, допустим, платный баннер и выделиться не в подборке, а именно как компания, как вот в самом начале я показывал, с предложением. Но также в эти предложения можно будет попадать бесплатно. Сейчас я объясню, это почему сделано. Если мы возьмем какой-нибудь город, даже на примере Казани, две компании просто оплатила, она стоит на первом месте, но другие компании как бы не оплачивали, но у них есть очень-очень выгодный. Сколько стоит платный баннер? Если я ничего не путаю, $30 сейчас стоит платный баннер на 2 недели, но его можно сейчас по-разному получить. Очень много там акций тоже Айрат проводит, запишите какой-нибудь видеоотзыв, мы вам баннеры дадим в подарок. То есть мы не можем предоставить это все бесплатно, потому что, ну, очень-очень много компаний начнут просто говорить, все, давайте меня туда всовывайте в этот баннер. А все-таки эти баннеры направлены больше на кастомеров, чтобы когда кастомер скачал приложение, он увидел не рекламу, которая ему не совсем интересна, но в то же время получил классное предложение, которое его заинтересует, которое вызовет ценностность нашего приложения UDS в целом. А вот уже после этого он уже может посмотреть какую-то дополнительную рекламу. То есть понимаете, да, о чем я говорю? Потому что когда, если я скачаю приложение, и у меня просто все в рекламе будет забито, ну, я его удалю.
потому что мне это не совсем понравится. А здесь будет, допустим, два рекламных места, хорошо, они будут прямо на топовых местах, потому что это все-таки компания оплатила. И дальше будет собираться еще и бесплатные предложения каких-нибудь хороших мест. Это уже будет статус в дальнейшем approved компании. Что это такое approved компания? Это компания, которая с нами давно работает, которая совершает много операций, у которых есть брендирование, у которых сотрудников все обучены, в которых мы уверены. Эта компания будет помечаться значком approved, то есть выбор пользователя, и у нее будет какие-то немножко больше как бы приоритетов. Она может позвонить в тот же самый отдел маркетинга и сказать: вот у нас акция для новых клиентов, мы думаем, она заинтересует, давайте-ка в ней поучаствуем. И с таким компанией мы активно как бы работаем. Потому что, понятное дело, если компания хочет развиваться, со своей стороны тоже должны к ней лояльность проявлять. И поэтому сейчас много инструментов таких разрабатывается как для поддержания именно компаний, которые давно с нами, также для поддержания новых компаний, то есть инструменты для новых компаний, которые только заходят. Потому что старые компании, которые уже хорошо работают, они знают весь функционал, знают, как с этим работать, а новых вот компаний очень часто такое бывает, что она не понимает, как вообще оценить этот результат, ну, от UDS работы, не понимает, как использовать весь функционал. Вот мы сейчас стараемся сделать некоторый инструмент, чтобы эта компания имела возможность сразу же как бы начать работать. Для этого как раз и разработана вот эта система, когда приходят пуш-уведомления о новых компаниях. Также мы хотим собирать в некоторые тоже динамические подборки, которые постоянно на рабочем, ну, на дашборде будут висеть. Грубо говоря, посмотрите, компания, которая к нам недавно присоединились, ты нажимаешь, и всегда есть список 15 компаний. Как новая компания появляется, там 15 место уходит, она на первое место поднимается. Вот. Сегодня как бы вкратце, о чем я хотел рассказать, но скоро будет еще более обширная презентация по каждому из этих типов, по рубрикаторам, по баннерам, по отслеживанию кастомеров и дальнейшей работы с ним, как начать, допустим, работать с кастомерами, как повысить базу и конверсию. Это в скором времени будет отдельные как бы вебинары, это был общий такой вебинар. Но о некоторых функциях, которые будут уже в скором времени по автоматизации от нашего маркетинга, по улучшению процесса работы с UDS, по развитию именно бренда, популяризации бренда, это вот мы подготовим к Москве 8 августа. И вы все об этом узнаете, потому что там тоже будут некоторые моменты, которые вы давно хотели, как бы, которые вы ждете. И мы уже подготовили для вас некоторые инновации.